Вечер добрый. Добрый вечер. Как вы там? Да еще, слава Богу. На моей страничке-то там, смотри, какая буря развелась-то, а десятини тут. Ну да. Так я продолжаю разговор вот с батюшкой. Они, знаете, опыта-то никакого нет, не платят. И нужно сказать, раз не платишь, ты вор, и все. Вы меня обкрадываете, говорит Господь. Надо просто везде четко произнести, кто я такой, кто не платит десятину. Я говорю, да это в Ветхом Завете, ну а ты в Новом почему не считаешь, что все имение продавали, к ногам ложили? Ну церковь этого не требует, ну десятину-то никто не отменял. Но они в ревности своей продавали имение и к ногам апостолов положили. Почему молчат об этом? Платили не 9 десятин, а 10. Все отдавали. Ну он-то вот хочет свое положение, как говорится, выложить свое положение. И храм большой, изначально выстроили большое помещение, вот, а прихожане-то, как говорится, не хотят десятину платить. Никто, и положение такое бедственное, вот. И что делать? У вас что-то там, это шумит, от чего такое? Не у меня шумит. Не у вас, да? Ну, не знаю, это где-то в эфире, видать. Так вот, рассуждения-то у него правильные были, у священника-то. Сначала он начал говорить, что надо сначала общину, а потом, в зависимости от того, какая община что может потянуть, тогда такое строить храм. А не так, что его в храм сунули, а там никого нету. А у него там такие там жилищно-коммунальные услуги и прочее. Совершенно без... просто, да и на чем играют-то? Грехами народа кормятся. За упокой. У католиков хоть они объясняют, что вылез из ада, там воды напился, а у православных да, никакой гарантии нету. Ну вот и такой вот получается замкнутый круг. А ему-то что батюшка самому делает? Опять же, я не за то, что там вот опускаться до того, что уже выставлять вот такие объявления там 150 рублей за записки. Ну и совсем срам уже, куда ж дальше-то. Все это, конечно, опыт, страх перед Богом. Когда есть, то учить даже не придется. Почему было написано в Ветхом Завете, не будете нужду иметь, чтобы учил кто вас, но сами будете научены Духом Святым. Это речь идет о том же принять готовое от апостолов. Если душа это не избрана, она противоречит, она сопротивляется. Канон решение вынес, сопротивляется. Но в конце концов, один у меня тут нашелся такой, и он говорит, а почему я должен слушать какого-то еврея, Матфея? Я говорю, законно. Ну ты веришь, я говорю, что Бог всемогущий. Ну конечно. Но у тебя где трамвайная остановка? Да где он? Через три улицы. Ну ты помолись, чтобы он тебе трамвай к дверям подкатывал каждый день. А еще лучше, если прямо в избу. Ну маленько, это надо думать, что она за молитва-то. Да, я знаю, Бог всемогущий, но почему он должен делать то, что невыгодно для него, не полезно, так скажем. Гляжу, маленько успокоился, значит, побоялся через порог трамвай пускать. Я еще попрошу, Бог даст. Ну, Бог смотрит и дает. Моей хозяйке у одной на квартире жил, а над ней парень соседний посмеялся. Пусть он мне бутылку Бог даст, пол-литра. Я поверю. Пошли на охоту, чего он там было, так не разберешь-то. Ну, ему выстрел прям в колено. И, ну, что там, пока добрался, жара, летом, проще, ему ногу отрезали. Так он уже, а ее Улита Григория назвать, ой, тетя Улита, что делать? Он, ему положено, что это ему за дерзость языка Господь дал, прыгать на одной ноге. Вот и все. Он тебе не бутылку дал, а дал тебе один патрон. Слова-то наши, они бессмысленные, но иногда и срабатывают. Да, эти слова уже, как они работают, силу огромную имеют. А я сейчас вот подобрал разговор мой с батюшкой, я сейчас озвучку включу, я лица не буду его, конечно, показывать. Вот. Но по поводу потери, я не знаю, услышите, не услышите, вот сейчас я включу. Это, Сергей, от вас шум идет, там перекаты какие-то идут. А давайте я
Нет, лучше вы перезвоните мне. Видишь, как вы только заговорите, там начинаются такие грохочущие волнами идет. А я что? Я ничего не сделаю. Нет, вы перезвоните мне. Вот, ну, я выключу, а вы перезвоните. Ну, только попробуй. А если от меня не будет еще, тогда... Так, ну давай, говори где. Отсюда? А, вот. Нету. Ее надо сначала, наверное, выключить, а потом уже. Она, видишь, закрыта вот эта. Вот эта картинка, это он сидит. Как же будет-то выключил? Вот если я его выключу, я потом его не найду. А где его найду? Нигде не найду. Вот Сергей, вот она где отражается, она погаснет. И больше ее нигде не будет. Видишь, свернута, вот она. Это она работает. Мне за него, в него не зайти. Это надо он выключить надо. А где она у меня здесь? Я вообще не знаю. Скайп. Вот там ищите. А? Там вот ищите в этом списке. В этом? Да. А ну-ка, где? Его надо как-то занести, а как? Вот это вот не он? Не нашел, наверное. Ну нажмите хотя бы здесь. А, нет, не то это. А? Не то это, не то. Ничего не даст? Нет. Надо закрыть. Это он. Вот этот. Вот я на Сергея давлю. А почему она не срабатывает? Нажмите скайп. Какое? Да ты не гони это.